про счастье. Летчик, что такое счастье? Самолет стрелой летящий, высоту, в синеву, вот что счастьем я зову. Что ж, ответ не ясен, я с летчиком согласен. Доктор, мнение иного, счастье вылечить больного, жизнь прожить, людей леча, это счастье для врача. Что ж, ответ мне ясен, я с доктором согласен. Пекарь, что такое счастье? Счастье вынуть из печи мягкий, с корочкой хрустящий хлеб. Такое это счастье, лучшего и не ищи. Что ж, ответ мне ясен, я с пекарем согласен. Вырос дом, высок и светел, люди жить придут сюда. И строитель так ответил, счастье строить города. Ответ хорош и ясен, я тоже с ним согласен. А это что за человек? Не догадаться вам вовек. Сидит, сложивший ручки, считает мук со скуки. Я спросил его про счастье и услышал от него: счастье — это есть почаще, счастье — это пить послаще и не делать ничего. Лодыря, ответ нам ясен, только кто же с ним согласен? Уж, наверное, друзья, и не вы, и не я.